Так, привет всем! Мы сейчас приехали на Тысячи островов. Это такое очень красивое место с рекой и островами, по которой мы сейчас будем кататься на кораблике 2,5 часа. И будем показывать все красоты. Острова миллионеров, замки и так далее. Ну и вот эта вот улица городка, которая называется Александрия Бэй. И сейчас у нас еще есть полчаса, мы сейчас пройдемся здесь чуть-чуть погуляем и пойдем на кораблик. Итак, мы отплываем на кораблике. Наш тур называется Two Nation, две нации. Мы сейчас... А, Лиска опять! Оса тут летает. Мы сейчас проплывем по стороне США и заплывем на канадскую сторону. The area of the river we're headed into now is called Millionaire's Row. Millionaire's Row started in the late 1800s. Basically, millionaires in New York City and surrounding area were making huge profits after the Industrial Revolution. They came up here to spend their money. At the time, during the Смотрите, какая громадина плывет. Last two buildings on Cherry Island. We have the Win Lee Lodge. Жан. The Win Lee Lodge and the I'll talk about the ship. The outdoors. Too much better. On the back, you'll see on the stern, it'll have the home port that it runs out of. You guys are lucky because it's a pretty tight spot in the shipping channel, so we got up close and personal. Быстро. I'll go see. So, and for those of you on the right-hand side, we do have an island for you. It's this big rock. Смотри, какой остров, да? See that little cave at the water level? Opens into a 20-foot underground or underwater cavern. On your right-hand side, this is Stony Crest. There's not much going on Stony Crest. They once had a 24-room stone mansion, which was torn down in 1950. That was really the construction. It was actually a ruined model that has no corners because it never wanted to be caught by the devil in the corner. So he had to go around out the edge. It's a little joke. Well, after the stock market crash, some angry investors actually followed James Oldman up to the Thousand Islands. We have had oil spills and shipwrecks up here. And if that were to happen in December, you'd have a lot of problems with the wildlife. Here on the left, we have a canyon. No! Who had the Waldorf Astoria in New York City, and he recruited George Bolt to be the general manager. So. Вот пьем мы дайкири, даккери. Пивом. И мы сейчас находимся в канадских водах. Можно попросить политического убежища. Да. Если поймают, отловят. В нейтральных водах здесь есть. Он переплыть в Америку. Здесь хорошо. Тут как-то узенько, хорошо. Да? А вон три флага, смотри, американский, канадский, еще какой-то. Мост США, Канада, вот. Так что можно быстренько перебежать, кому надо. Посмотрите, какая красивая туча висит. Но все равно можно сказать, что с погодой нам сегодня повезло, солнце все-таки вышло. Тут радуга, наверное, не видно. Да, это дом какой-то для детей устроил. Ну мы там будем гулять. It's got temporary living quarters. The Jama Theater, they were gonna have troops come up from New York City to entertain George's kids. To Russia when he was 12 years old. Kind of, he was searching for the American dream. Started off washing dishes at the Waldorf in New York City.
Ну вот, мы наконец-то прибыли, уже немножко укачало нас под конец некоторых. Вот сидят возле двух сердечек. Две lovely girls. Lovely girls. Мы приехали в Bold Castle. Это такой красивый большой замок. Уже начало прошлого века. Один нью-йоркский миллионер строил здесь замок для своей любимой жены. Но в этом замке так никто и не жил. И так он не был никогда меблирован. Так он не был никогда женат. Потому... Да? Потому что жена у него умерла от туберкулеза буквально за несколько месяцев до окончания строительства. Поэтому замок до сих пор достраивается. И здесь можно, в общем, ходить с экскурсиями, смотреть. Вот, сейчас мы погуляем по этому острову. Остров называется Heart Island. Остров сердца. Я думала, ну, Heart, думала, жесткий, он твердый остров. Heart Island. Так что мы сейчас прогуляемся. Компания изобранная наша. Да, и, кстати, вот этот вот домик, туда тоже ездят экскурсии за дополнительную плату. Это boathouse, лодочный дом. И там сейчас небольшая экспозиция. И, в общем, туда тоже можно поехать посмотреть. Ну, а мы... Тут имеется такой... Прудик, заводь от озера. Гусь обитает. Кувшинки плавают. Гусь, да, водичку пил, мы ему помешали. Фу, какая некрасивая трава. Жора, смотри, тут опасно, тут вода везде. Жора, Жора. И вот, вот этот вот домик для детей, который, кстати, до этого был закрыт на реконструкцию. А смотри, сколько в нем этажей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этажей, нифига себе настроил. А, еще один этаж, семь. Вот это настроил. Здесь еще просто шикарнейшие насаждения. Цветы, дизайн из цветов везде. Очень красиво. Но сейчас мы наконец-то в этот домик зайдем. Мы в него никогда не заходили еще. А, видишь, уже по этой лестнице уже все. Уже нельзя. А, ну тут все обшарпанное, да? Все разваленное. Красивые кеды. Самые красивые в моем образе — это кеды. Это shoes, my shoes, boots. Крис, да? I like it. А помнишь, ты сказала, что тут осетр оборвался. Тут осетр выглядел. А, да. Но... На подарок. Какой осетр? Мальчик не знал своего счастья. Рядом с чем он стоит. Какой-то, да? Несчастливый, да, мальчик. Не, ну вы представляете, это построили игровой домик для детей. Это что это такое вообще? Кошки миллион долларов продавать. Вот это что такое? Мы вложили в дизайн, в разработку больше миллиона долларов. Кошмар. Вы будете выбирать кошечек в бахилах. А, да, тут надписи, кстати, классные. Вот 61-й год надпись. Ну там тоже в замке тоже есть. Вот, 59-й год надпись. Представляешь, этих людей уже и в жизни, и в это, в живых нет, может быть. Да, все такое запыленное, прям в этом что-то есть. Не отремонтированное, да? Ну а что они тут ремонтировали, я тоже не пойму, если он был закрыт на реновейшн или на что. Тут можно, нет, или только тут первый этаж? Ну, видимо, только тут, наверное, не знаю.
осталось участки отделки. Тысяча девятьсотый год. Детский игровой домик. Это мы в крепости. Мы в крепости, да. Да, мы в крепости. Да. Вот это папик настроил, да? Ну что, это у него самый дешевый, что он построил папик. Тем не менее. Ну, хотя это... вот эти камни же, да, все собирались, эти камни. Кстати, вот этот вот болт, хозяин этого всего. Это хозяин... Фамилия у него дорогая. Болт. Блатная. Хозяин Астории Нью-Йоркской. Да мне себя фамилию. Жанна Голд. Голд. Попрет Голд. Хотя явился из Пруссии. Да. И начинал в Нью-Йорке мыть тарелки, да? С мытья тарелок. Потом женился. А потом женился и разбогател сразу. Удачно женился? Красивое сочетание. Вот такой нежно какой-то персиковый, да, цвет. И вот такой вот. Эти листочки красивые. Селфи! Не, вот тут, вот на этом фоне. Вот тут красиво. Вот эти мне нравятся. Я в шкафу легла, в сирень.